Президент Евгений Шевчук назначил судей Тираспольского городского суда. Ими стали Ирина Боброва, Оксана Кучурка и Александр Калько. Соответствующие указы подписал глава государства. Евгений Шевчук лично вручил судьям служебное удостоверение, а также поздравил их с назначением. В юридической сфере Ирина Боброва с 2003 года окончила Универсальный институт инновационных технологий по специальности юриспруденция. Работала секретарем, а позже помощником председателя Тираспольского городского суда. Отмечена государственными наградами, в том числе за отличие в труде и безупречную службу. Юридическое образование в свое время получила и Оксана Кучурка. Будучи судья, работала секретарем судебных заседаний Тираспольского народного суда. Была главным специалистом юридического отдела государственной администрации города Тирасполя. Позже перешла в аппарат уполномоченного по правам человека в Приднестровье. В 2013 году получила 4-й квалификационный класс судьи. Также удостоена ряда государственных наград. Александр Калько окончил Тираспольский юридический институт МВД по специальности правоохранительная деятельность, проходил службу в органах внутренних дел республики на должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава. С октября 2012 года по январь 2016 служил в должности следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК ПМР. Согласно указу, Ирина Боброва и Александр Калько проработают в должности судей ближайшие 5 лет. Оксана Кучурка назначена на пост бессрочно.